так, друзья, завезли куртки Tommy Hilfiger в американский магазин, где они гораздо дешевле, чем в бутике. Качество такое же. Шикарнейшие. Три расцветочки. Белая, синяя, темно-синяя и красная. Так, сейчас я скажу по размерам. И так, сейчас проверим. Так, водонепроницаемые они. Они с синтепоном, с капюшоном. У них есть все. Сделаны изумительно. Так, это Tommy Hilfiger у нас. Вот так вот они утепленные, вот такие. Прям уже идут до морозов даже. Таких нормальных. Синтепон свой здесь. Есть кулиска, можно в талию затянуть. Капюшон. Капюшон не отстегивается. Карманы на молнии. Комбинированные. Видите, тут без такой сильной подкладки, прокладки. Здесь, где потеплее, должно быть у груди, рукав, сзади, как жилетом, знаете, сделано. Вот здесь, если будете садиться, тоже синтепончик есть, тепло будет. Молния такая цветная, в стиле Tommy Hilfiger. Так, это у нас размер элечка. Так, элька между подмышками 55. 60 бедра, 70 длина, 62 рукав. Так, это я эльку примеряю, одеваю на XL размер. Чувствую, что прямо впритык мне, впритык. Поэтому они идут размер в размер. Так, смотрите, какая красота. Вот так это выглядит. Они не тяжелые, такие прям комфортные, очень комфортные. Качество вообще изумительное. В бутике они стоят 12 тысяч, где-то 11, уже со скидкой. Потому что у них цена там, наверное, 160 где-то долларов. Там скидка может 30-20, не знаю сколько процентов. Поэтому цены очень сильно отличаются. Вот такой капюшон красивый, полноценный. Выкупаю после оплаты. Или можете 50% оплатить. В долг, к сожалению, выкупать не могу, потому что у меня уже денег нету в долг покупать. Поэтому прошу простить и понять. Хотя бы 50% я еще выкуплю. Так, вот так можно в талию сделать. Она, видите, чуть-чуть удлиненная сзади. Так, вот так смотрится красный цвет. XL. Они очень хорошо стираются. Так, 59 между подмышками, 61 бедра, 71 длина, 64 рукав. Это XL размер. Они есть от S-ок до XXL. В капюшоне тоже есть синтепон. Вот такая красотень. Да, я бы взяла себе XL. Люблю посвободнее. Кофточку можно одеть. И мне комфортнее. 104 у меня обхват груди. И 114 бедра. Прям вообще отлично. Просто отлично. Еще 2 сантиметра запас есть. Кому может побольше объемы. Вот так это выглядит. Капюшон вот такой полноценный. Красота, просто красота. Это капюшон еще, видимо, можно затягивать. Так вот. Это для красоты это. А, да, затягивать, чтобы не поддувало, видимо. Можно без шапки ходить, потому что капюшон красиво смотрится. И он с синтепоном такой тепленький. Так, вот можно его сделать. Шарфик одели, все, капюшончик. Обалденные, просто обалденные вещи. Так, это у нас XL. И
XXL, самый большой. 63 между подмышками, 66 бедра, 72 длина, 64 рукав. Темно-синий цвет. Все также очень классно сделано. Одеваем. Застегиваем. Так будет у вас смотреться темно-синий цвет. Ну, мне она, конечно, большая, поэтому мерьтесь по старым курткам. Так, все. Можете заказывать, пока есть все размеры и все расцветочки, кроме Hilfiger. Вьетнам. Так, ну и это 100% полиэстер куртка. Стираются вообще отлично. Завезли мужские куртки. Это Джерри, бренд Джерри. Тоже отличный бренд. Я все время показываю его. Куртки, они каждый раз разные, дизайн у них. Вот эти удлиненные. Так, запаянная такая молния, как у Nike. Очень хорошо сделанный. И они вот с таким специальным. Это не подкват, это ткань. Она сделана вместе с флисом. Она не отдельно. Вот он такой ромбиками. Это облегчает куртки. А эффект такой же, как если бы это было у вас с интепоном. Вот такой флис по всей куртке идет. Так, Вьетнам производство. Я взяла самую большую померить, сориентироваться. А так мерьтесь между подмышками, и я подберу. Так, капюшон отстегивается, если не надо его. Тоже он с этим же утеплителем. Такой голубовато-серый цвет вот я взяла. Я помещу, какие есть цвета. Их тоже только завезли. Так, получается... 70 между подмышками, 76 длина, 71 рукав. Так, рукав регулируется. Смотрите, как все сделано идеально. Так, вот здесь еще карманчик. С обеих сторон карманы. Так, проверяем. Видите, как с гуся вода. Так, примеряем. Ну, это XXL размер. Я самый большой, видите, взяла. Поэтому мерьтесь. Это уже на такого крупного мужчину. Она, видите, хорошо удлиненная. Так, кулисок нету. Просто прямая. Вот такая. Так вот, ну чисто мужская. Капюшон, если надо убрать, убираете, и у вас такой, как тренч получится. Мужской. Утепленный. Три расцветочки есть. Карман удобно. Три кармана, я думаю, достаточно. Мужчины любят карманы. Так, ну все, вот. Заказывайте, пока все цвета есть и размеры. Так, мой любимый бренд Mandetta. Он такой со спортивным уклоном идет. У них очень хорошая продукция, просто замечательная. И они вот делают такие утепленные плащи, которые худят. Вы будете в нем худая и стройная. Он сделан с мехом внутри, уже сразу же. Сразу мех внутри у него. Без всяких подкладов. И это очень удобно. Во-первых,
облегчает, потом носить удобнее. Он как бы такой же теплый, но тоньше. Так, три расцветки или две есть, я прикреплю в конце видео. Две, по-моему, черная и коричневая. Я взяла XL. XL 58 между подмышками, 65 бедра, 90 длина. Они идут размер в размер. Так, Камбоджа производство. Вот видите, Мандетта. Капюшон тоже с мехом. Он не отстегивается, он стационарный. И такая длина хорошая, как бы такой идет тренч. Сразу же с утеплением. Ну вот XL мне прямо, знаете, это как раз вообще прямо притык, я бы сказала. Только под тоненькую кофточку. Поэтому вот имейте в виду, что прям в точности размер в размер идет. Видите, он так прямо стройнят, вот эти у них плащи. И выглядишь такой стройненькой. Так, в рукавах тоже меховушка у них идет. И капюшон. Они водонепроницаемые. Вот такого плана. Две расцветочки есть. Пока есть все размеры. Очень удобно. Раз, одел, побежал. Не промок и довольно-таки тепло. Принимаю заказы на мужские вот такие ботинки. Очень классные. Это Эдди Бауэр. У меня в наличии есть 13 размер. Это на ногу 31 сантиметр. Отправляю без коробки, потому что коробка очень большая. Они и так тяжеленные. Как бы вообще для пересылки дорогая вещь. Но так как я их купила, вернее, знаю, где они по очень недорогой цене, поэтому можно вот на продажу взять. Так, посмотрите, как они сделаны. Противоскользящая подошва. Они водонепроницаемые. И у них там есть прослоечка, они не то, что там на совсем теплую погоду. Тут есть прослоечка, ну вот такая вот примерно. На межсезонье они также пойдут. Кто ездит на машине, и зимой можно носить. Одевайте носок теплый, и всю зиму можно носить. Они для такой модели и такого размера не тяжелые. Вес у них нормальный, на ноге будет вообще отлично сидеть. Так, ну Эдди Бауэр, это шикарный бренд. Вот видите, водонепроницаемые. Это кожа, такая замша водонепроницаемая. Вот здесь защита, долго будет очень носиться. Здесь также высокая подошва, на машине будет езжать, не будет пачкаться здесь, вот, потому что высокая она, резиновая. Так, Эдди Бауэр. Это шикарный бренд. В бутике это стоит, я не знаю, $150 они точно стоят. Я туда даже не хожу. Там пуховики дорогие. Все вот эти аксессуары походные. И это дизайнер, который делает для Олимпиады, для альпинистов, которые лазят на Эверест в зимнее время года, одежду. Она у него должна быть легкая, практичная. И вот эти пуховики Эдди Бауэр, парки, все их знают, когда их выставляют. Сезон я всегда покупаю. В общем, вот такие шикарные просто ботинки. Еще и чуть-чуть утепленные с прослоечкой. Думаю, что хватит на долгие-долгие годы и воды непроницаемые. Так, вот здесь написано водонепроницаемые, кожа, мягкая стелька и очень прочная подошва у этих ботинок. Как узнать размер, еще раз напоминаю, ставим на бумажку ногу, меряем и в сантиметрах мне пишите. Я уже подбираю, но 12-13 размер, это нога где-то 30,5. Вам нужно брать 31 размер, потому что 12,5 нету
между 12 и 13 размером, потому что он уже такой большой, что там пол сантиметра, они не имеют значения. Я напишу на видео, какие есть размеры.